как президент, я не должен кого-то вместо себя оставлять и фактически назначать. Надо, чтобы его избрали люди, потому что в тех странах, где назначается преемник, мы видим, что потом там, ну, посмотрите по всему миру, фактически там тогда не будет демократии. Там уже сразу блокируется дорога к демократии. И поэтому люди сами должны избрать будущего президента. Моя задача, я сделаю исключительно, обеспечу Бог даст, с помощью, конечно, правительства, депутатов, центра избиркома. Выборы не хуже, а еще прозрачнее, чем парламентские были. Люди должны сами избрать будущего президента, потому что люди должны сами уже привыкать отвечать за свои слова. Вот если вы за деньги, например, избрали депутатов, часть депутатов, ну и теперь отвечайте за этот, за часть этого парламента. Большинство, я там надеюсь, нормальные депутаты. Так и с президентом. Если вы продадите голоса свои за деньги, то потом этот президент вас эти деньги выбьет в стократном размере. Обязательно найдутся те, которые попробуют раскачать ситуацию. К этому надо быть готовыми, но их время прошло, поверьте мне. У нас совсем другой народ, совсем другие люди. У нас не должно быть преемников, назначенцев, у нас не должно быть каких-то кланов, семейного правления. Вот это мы должны сохранить. И я думаю, что наш народ настолько изменился, что с этого пути мы уже не уйдем.